А вы присутствуете на самом остросюжетном прохождении и самом сложном прохождении игры Torchlight 2 на 100%, которое нужно начать с ответственного заявления. А заключается оно в том, что в прошлом видео один из наших зрителей, которого зовут Кетчс, сообщил о некотором коварстве Каспера, который прельстился, прокачал ловкость до нужного уровня и напялил на себя вещи из сундука, которые были добыты более высокими персонажами, параметры это позволяли, но я согласен, что не стоит как бы этого было делать, соглашусь с Кетчсом, мы оделись в вещи третьего города, соответственно, те вещи он положил на место, никакого места читерству там не присутствовало, просто человек не удержался и использовал вещи, добытые ранее, сейчас мы их сняли, но когда придем в мастерскую карт, то я думаю, что все равно оденем уже вещи посерьезнее, которые наши параметры будут позволять одеть, потому что там предстоит нам довольно длительный промежуток прокачивания. И я не вижу никакого смысла растягивать еще время на его прохождение в вещах, которые там соответствует уровню. Почему? Потому что оно будет довольно однотипное, но куплены они будут естественным игровым путем через свиток торговца Буна. Это может сделать любой, у кого есть такой свиток. Вот если сейчас мы такой свиток выбьем, такое может быть, то можно, да, при заходе в мастерскую карту уже закупать вещи сотого уровня. Мы вам покажем, как это делается. Сердечный огонь. Привет еще раз. Возможно, я смогу отплатить вам за услугу. Я провел исследование и узнал кое-что интересное о Вераксе, древнем драконе, который все еще живет в башне в ущелье Ривенскал. Его заточил там брат Тис. Его призрак сейчас под нами в забытых залах. Самое примечательное вот что. Среди сокровищ Веракса находится камень сердечного огня, который дает владельцу возможность применять драконий огонь. Это редкий и могущественный артефакт, и он, несомненно, вам пригодится. Если вы найдете ключ внизу, то сможете попасть в башню Веракса и забрать камень сердечного огня. Что мы сейчас и сделаем. Два мимика сразу. По поводу этой локации. Проходить ее нужно здесь, идя исключительно за Каспером, поскольку мобы здесь обладают свойством очень высокого разового урона. И погибнуть скитальцем здесь это скорее да, чем нет. Поэтому я совсем-совсем буду аккуратненько вот продвигаться за Каспером. Тебе тоже советую не накликать на себя много ребяток, а если налетают, то отбегать и выносить их по одному. Они прям такие дамагеры-дамагеры здесь. И если бы еще, да, там в одиночку проходил. Отходи. Вот эти вот зеленые, они кастуют такие костяные скиллы, которые просто сразу... И натиск делают это. Да, да, и натиск, и скиллы. Сразу выносят все хп скитальцу. Нужно быть очень осторожным. Поскольку действительно очень опасная локация в этом плане. Если, да, как я уже говорил, начал говорить, проходить это в одиночку все, тогда сила монстров меньше в два раза, и там еще как-то возможно жить. Если же совместно, то нужно быть аккуратным и не лезть на рожон. Так кто пописывает? Что за манеру нас взяли люди? Покакивает. Игры на 100% проходятся. Ничего не может быть важнее. Так. Ай! Отойди от меня! Я даже не хочу с ним вступать. Вот плохо, что так и норовит он. Вот, он хотел натиском. Да ничего. Открыл мужичок. Крайне аккуратно, друзья, с этими призрачными скелетами. Еще! Ай! Вот он тихонечко меня зацепил натиском. И уже какой урон причинил, увидели. А прошел бы он полностью все. Уже бы лежал.
Нет, 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 нет. Это, за это я больше всего не люблю. Скитальца, что он так и лезет. Нет, чтобы стоять на стреле в это расстояние. Нет, надо лезть туда, чтобы... Так shift зажми. Получить. Shift зажать будет мимо настреливать. Сразу на месте будет стоять. Это сорылый такой. Да. Фиолетовый дальше. Осторожно. Зелье омоложения, это круто. В тайной комнате. Молодец, решил. Ну, типа того. Язычник. Просто уже труха с меня сыпется. Два фиолетовых. Осторожно. Отходи я здесь к свою крепость эту. Вызову тебе поможет. Заорал. Ну, он просто заорал. Джин будет отпущен. Такой зарядами темной энергии. Круто, мне так нравятся глефы, когда они получили улучшение после 5 уровня. Прям крутые, в 2 раза лучше стали. Костянка вонючая. Осторожно. Костянка. А локация-то красивая. Ой, там трое, смотри, трое костяных, они... Давай, иди сюда. Кто? Ой-ой-ой-ой. Я тебе говорю, осторожно, скастовал тебе там бастилию, все, больше ничего не могу помочь. То есть, там стреливать отсюда аккуратненько. Не-не-не-не-не-не, пацаны, все. Я не говорю. Ребят. Все. Тут еще пооставались. Ребят, я не толкал. Дядя Игорь не толкал, дядя Игорь, я уходил. Нет, убегай. Там ультрафиолет и два. Осторожно, да. Да, отошел. Оставал, скастовал бастилин. Гай. Подворотня ждет. Маньяк. Хочет нас посадить. На крючок. Мужичок. Шаровичок. Давай переведем дух. От яда выпить резист. У меня что-то набито тут уже. Тут вон ползает. Конечно же, стойкость. А здесь будем качать нашего помощника, потому что с 5 уровнем он получит атаку в рывке. Я думаю, это тот самый натиск, которого мы боимся. Подставную бутылочку так хочет. Надо бутылочку накликать. Да накликать надо, да. Я предлагаю пойти в город и посмотреть, есть какие-то 48-е вещи на меня. Зачем? Ну потому что тяжело. Надо полностью 48-е одеться. От этого легче не станет. Но не в этом суть. Ну, хочешь, я пока здесь поумираю. Сам поумираю. Я тебя потелепортируюсь. Телепортируются они. Ты там накликиваешь? Угу. Поехали. Фух, 400 бутылочек накликать, это не шутки. Маска очень тебя приветливая. Печу. К ноге мне маска. Что? Маска к ноге. Что это значит? Ну, она мне не к лицу, а к ноге. А, да. Чего ты светиться начал? От радости. Да нет, тут надо дернуть за рычажок. Все клетки откроются. Ой, все клетки горгульи.
Дернул? Дернул, конечно. На свою голову. Терпим его. Со своими падениями, этими прыжками. Ух, как хотели сбить просто. Хотела, горгулья хотела не продамажить и нанести урон, а просто сбить с моста меня вниз, чтобы я разбился. Это мясная горгулья, что она здесь забыла? Залетела через окно, не в ту башню. Хотя это не башня. Это забытые залы. Под землей, ну. Как так вот, да, сюда занесло ее? Ой, 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 уходи! В сторону! Испугался, что ли? Да. Бывает такое. Да. Не надо просто с китайцем играть, и все будет хорошо. Так, тут проход. Не сильно не спеши. Перед ним. Ребятки, накидываю, да? Сил. За миссию. Не миссию. А я свечусь, когда меня переполняет радость. Разрушительная мощь стихии. Во. Кости, кости. Кости. Косточки. Кости, кости. Это совсем отнимает почти всю жизнь. Да, вообще без шуток. Это так, это тебе. Мне прям совсем-совсем все жизни отнимают. Да. Скажу больно, там надо подергать. И дернуть. Ну давай. Желтая вещь какая-то. Ну вот мне не дали. Тебе, за что тебе давать? Так, вниз пока не спешим. Да, ребятки хватит, выходят там. Как не закончится прям. Калины силачи. Если в оружии эффект физического урона 425 в течение 5 секунд. Ну неплохо, если честно. Да я вставлю себе. В оружие вставь. Слушай, как мы сюда спустились? Я что-то не въезжаю. Не въезжаешь, а? Вот здесь вот. Да? Или нет? Да. Там кусочек. А, или нет. Ну вот я пошел туда. У, еще выпрыгнул, я даже не стал возвращаться. Пацаны там не уймутся никак. Здесь тут еще должна быть секретка. Здесь какой-то алтарь. Графиолет. С черепами. Лучшего в мире нет. Не людскими. Ну как нет? Ты зеленого оставил здесь. Кому? Тебе. Да, хорошо. Я в другую сторону еще не шел, только. Так я тоже не шел, он сам оттуда вышел. Mm-hmm. Мой парень его сдерживает. Парень из тьмы вышел. Вчера. Там много очень пацанов. Да, поэтому я убежал. Ух, не-не-не, вот это, ребята, просто как-то аж... Аж носки заворачиваются, да? Да, надо их постирать все-таки. А зачем? Заворачиваются. Ну, пусть хрустящими будут. Это ж мои любимые. Любите хрустящие носки? Это тема на обсуждение? Это вопрос в зал. А вопрос в спальню можешь? Знаешь, как вот могу. Магистр фонда. Магистр фонда. Тут еще должна быть секреточка. Не то, что в секретка в секретке. Да. Хорошо здесь получать тайные комнаты. Ачивочку. Да.
Все. Угу. Ну что, пойдем умирать? Надо пойти распродаться. Портал открой перед входом. Да. Так. Продажу. Может быть, попадется что-то 48 уровня на скитальца того, чего у нас нет. Это будет просто здорово. Чего у тебя нет? Наплечников, перчаток, ботинок. В общем, ничего у тебя нет. Слушай, выпали какие-то наплечники. Не на скитальца, но 46 уровня. Броня 27. Правда, к ловкости ничего не дают. Но зато дают плюс 5% к получаемому опыту. Давай, конечно. Щит нужен? Нет. Кольцо у нас китальца 48-го. Давай. А я не дам. Я тогда к Борису побежал, подойдешь туда. Что там еще есть на скитальце? Смотрю. Ничего. Ничего? Ну тогда позже побегу. Позже побегу. Так, мы распродались. Нужно идти во вторую. Что там? Ты хочешь кольцо отдать? Ставь его себе. Куда? Куда-нибудь. В лицо. Куда-нибудь в лицо. В ноздрю. Спасибо, что посмотрели. Уже очень скоро в следующей части отправимся далее.